Благодаря собравшимся в этом зале людям, жители Ленинского городского округа имеют возможность реализовать свое избирательное право. В начале сентября в Московской области проходили выборы губернатора, и все участковые комиссии функционировали как единый, хорошо отлаженный механизм. Мы всегда работаем командой. Команда не только администрации, не только Совета депутатов, не только образовательных учреждений, ЖКХ и всех-всех-всех остальных сфер. Единая команда всего города. И я считаю, что только в этом сила. И только так мы с вами победим. Всего в Ленинском округе на 73 участках работало порядка 800 человек. Председателям участковых избирательных комиссий вручили благодарственные письма от Московского областного избиркома как высокую оценку труда всех, кто принимал участие в выборном процессе. Явка в округе составила более 50%, и в этом тоже немалая заслуга тех, кто работал с людьми. Мы делаем все, чтобы у нас было комфортно. Мы вообще друг с другом всегда обсуждаем то, как и куда мы будем направлять своих избирателей, потому что у нас 3 участка, и людям иногда сложно сориентироваться. Мы заранее обговариваем навигацию, поэтому все, что нужно от нас, мы всегда делаем. И к нам у наших жителей претензий обычно не бывает по этому поводу. Выборы длились 3 дня, с 8 по 10 сентября, а значит, на тех, кто работал в участковых комиссиях, легла дополнительная нагрузка. Но все достойно справились с поставленными задачами и уже готовятся к новым испытаниям. Год предстоит тяжелый, и мы будем стараться, как бы, да, так же, как и на выборах в сентябре, сработать профессионально. Обращу ваше внимание, что по выборам губернатора в избирательную комиссию территориально не поступило ни одной жалобы. Это тоже показатель профессиональности работы. Действительно, в будущем году в Ленинском городском округе должен обновиться Совет депутатов. Но главное, в апреле жителям страны предстоит отдать свои голоса за одного из кандидатов в президенты России. Важность этого мероприятия отметил в своем заключительном слове и временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров. Впереди у нас с вами главные выборы страны, выборы нашего лидера, нашего президента. И то, как мы пройдем эти выборы, от этого будет, конечно же, зависеть и наше ближайшее с вами будущее. И уверен, что Ленинский городской округ в этих выборах, которые стоят, тоже покажет себя во всей красе. Тем, кто не входил в избирательные комиссии, но оказал всестороннюю помощь в организации и проведении выборов, вручили благодарственные письма главы Ленинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.